Друзья, всем привет, доброе утро. Сегодня я покажу, какой завтрак у меня будет. У меня будет наш унтерзагридский ориентийский омлет. Я покажу, как я его делаю. То есть для этого омлета не нужно молоко, а только надо масло, немножко оливкового масла, я люблю с оливкой наполовинку, 3 яйца на 1 порцию, соль и черный перец. Больше ничего не нужно. Значит, есть еще омлет у меня на канале от бабушки Пуляр, от француженки. Он такой более пышный омлет. Тоже можете посмотреть омлет от бабушки Пуляр. А сегодня готовим наш карантийский омлет. Что для этого необходимо, все расскажу и все покажу. Ну что, вперед. Для этого омлета нам понадобится вот такая миска. Яйца. Яйца мыть не надо. Вы понимаете, когда вы начинаете мыть, вы наоборот разносите эту инфекцию. Вы знаете, откуда яйца выходят из курицы. Просто бить об край тоже не надо. Ножом, обратной стороной ножа, как многие делают, тоже не надо. А просто бьем об стол. Раз. Два. Три. И никакая инфекция вам не попадет. Теперь что? Соль. Немножко соли. Немножко перца. Перец не любите, можете не делать. Ваше право. И вилочкой. Никакой не миксер, никакой не венчик. Просто вилочкой вот так вот. Смешали. Более-менее, чтобы однородно было. И подходим к плите. Сковородка наша разогрелась. Небольшой кусочек сливочного масла. Небольшой кусочек сливочного масла и немножко оливкового масла, как я и говорил. Немножко оливкового масла. Как только растаяло, берем немножко, убавляем на 7. У меня на 9 стояло. И выливаем наш омлет. Молока мы никакого не добавляем, вы видите, да? И теперь главное, его вот так замешиваем. Вот так. Я не люблю пересохшие омлеты, а люблю, чтобы он мягенький был. Вот так вот. Аккуратненько. Все, убавляем еще. А теперь этот омлетик надо аккуратненько вот так сворачиваем. Вот так. Раз, раз, раз. Вот. Свернули наш омлетик. Чуть придержали. Все. Берем вот так сковородочку. Смотрите, показываю, как я беру сковородку. Сейчас я направлю камеру. Вот здесь берем вот так вот снизу. Тарелочка. И выкладываем наш омлет. После чего берем маленькую кисточку. Берем это масло. И вот так вот собираем наше масло и подмазываем на наш омлет. Вот такой омлет готов. Он внутри получается такой слоеный. Приятного аппетита. Пользуйтесь. И вторая порция. Также выкладываем, повторяю, сливочное масло. Замешали. Налили. Готовится он 1 минуту.
съедается за 2 минуты. Вот так, немножко масла можно оставить. Выливаем омлет. Вылили и вот так аккуратненько перемешиваем. Лучше всего даже круговыми движениями. Сковородка хорошо разогретая. Тарелочку возьмем. Говорю, готовится 1 минута ровно. Все. И заворачиваем. Вот так, аккуратненько сворачиваем наш омлетик. С двух сторон. Раз. Чуть-чуть еще прожарим, и у нас получится вкусный завтрак. Яйцо. И кисточкой смазываем, чтобы наш омлетик блестел. Вот так. Хорошенько смазали все. Наш омлетик блестит. Все прекрасно. Берем, как я вам показывал, и выкладываем наш омлет. Вот такой омлет. Приятного аппетита!